В Астане прошел республиканский конкурс лучших женских проектов «Аруана», целью которого является поддержка и продвижение проектов, реализованных женщинами. Всего за последний год было представлено 260 проектов из различных регионов страны. Из них комиссия выбрала 20 лучших. Среди лауреатов конкурса оказался Центр поддержки семьи из города Темиртау. Мой проект заключается, наверное, во всем смысле моей работы. Я этим проектом уже занимаюсь 6 лет. Это поддержка семей, воспитывающих особенных детей с инвалидностью. Я оказываю с самого начала, с самого образования, с 2018 года, я оказываю им поддержку в плане того, что я как сама юрист, и помогаю им в юридическом плане. Делюсь с ним опытом, делюсь в плане медицинских, там, врачей, реабилитационных центров. То есть у нас сообщество мам, где мы друг другу помогаем и подсказываем. Важной частью центра, созданного Алией Баймурзиной, является оказание бесплатной коррекционной, психологической и юридической помощи особым детям, а также поддержка их интеграции в общество и трудовую деятельность. Я этим уже занимаюсь давно и состою в многих комиссиях. И я член общественного совета, также я советник каким-то по вопросам таких детей. То есть я поднимаю эти вопросы, чтобы детей наших не обделяли, не ущемляли, все их права соблюдались. Потому что у нас общество свойственно забывать о таких категориях детей, людей. Да? Ко мне и взрослые обращаются. Центр поддержки семьи в ближайшее время планирует расширение спектра услуг и улучшение доступности помощи для более широкого круга нуждающихся. Предполагается разработка новых программ и инициатив, направленных на социализацию особых детей. Также в скором будущем мы хотим запустить кружки, образовательные кружки. То есть это английский язык, конструирование, основы предпринимательства и оригами. То есть оригами, где-то они порисуют, арт-терапия, оригами вот в этом плане. Все желающие получить дополнительную информацию об услугах центра могут обратиться по адресу: улица Блюхера, 13, кабинет 222, с 10:00 до 14:00, или связаться по телефону 8-778-444-49-81. Токжан Сагимбекова, Игорь Евстигнеев, новости Темиртау.